Девчонки и мальчишки, всем привет! Вот наступает самое романтичное время года. Все мы уже в преддверии весны, а также ждем самого романтичного праздника Дня всех влюбленных, Дня Святого Валентина. И в преддверии этого праздника я вам хочу показать свои небольшие мини-идейки, подарочков. Это будут подарочки, сделанные и своими руками, а также купленные, так скажем, обзор покупочек. Ну и давайте же приступим. Начну я, наверное, вот с этой вот свечки, которую я сделала вчера своими руками. Это просто, я не знаю, я очень давно хотела попробовать сделать самой свечу. Я выбрала вот такой вот недорогой, скажем, стаканчик с магазина IKEA. Использовала я вот такие вот обычные свечки. Три свечи понадобилось. В описании я выложу в своем блоге, потому что могут возникнуть форс-мажорные ситуации. Чтобы у вас этого не возникло, я просто вам оставлю описание и ссылочку на мой блог оставлю под видео. Также в эту свечу я поместила еще одну свечу, уже готовую, в виде сердечка. Получилось у меня два таких фитилечка. И в использовании этой свечи я использовала три разных эфирных масла. И все три слоя у меня пропитаны разными маслами. Поэтому будет, я думаю, что очень интересно сделать вот такой десерт своими руками. Также я сделала вот такую вот композицию свечей на подносе из IKEA. Опять же, он тоже для свечей предназначен. Внутрь я поместила вот такой вот медальончик с двумя влюбленными. И вокруг свечей я посыпала камушки, которые можно приобрести в магазине Леонардо. Вот видите, написано «Украшение для вазы розовый кварц». Стоят они около 130 рублей. Недорого. Также не обойтись, конечно же, без каких-то других нежных романтичных свечей. Я думаю, что в этот период вам понадобится их много. Можно вот такие вот купить в виде нежных розочек. Также, если у вас нет подсвечников готовых, вы можете использовать такие стаканчики, которые я тоже купила в магазине IKEA, с такими красивыми розовыми фламинго. Я думаю, что эти птицы тоже очень романтичные. И поместила туда обычные греющие свечи. Смотрится очень уютно и нежно. В магазине Ашан в эти выходные я купила вот такие вот бомбочки в виде розочек, которые обалденнейше пахнут розовым, натуральным, кстати, розовым маслом. И такая ванна для двух влюбленных будет просто блаженством. Также можно приобрести вот такие вот нежные розочки и выполненные тоже в форме сердечка. Если вы заметили, вот на этой свече у меня тоже нарисованы такие вот розочки. А сделала я их при помощи маркера, который можно купить в магазине Леонардо за 103 рубля. Это такой вот жидкий воск специально для рисунков на свечах. Есть разные цвета и стоит 103 рубля. Также в IKEA, то есть в магазине IKEA, можно купить сейчас вот такую вот свечу, очень красивую, тоже очень романтичную, с бабочками, с цветочками, красивого нежного розового цвета и запахом розы. Тоже всем советую. Обалденная свеча. Ну и посмотрев западных блогеров, конечно же, не могла не подсказать нашим девочкам, которым лет по 14-16, своим молодым, то есть своим мальчикам любимым, сделать вот такие вот вкусные сюрпризики, поместив в баночку такие желейные сердечки, которые я купила в магазине Ашан. Я думаю, что во многих магазинах есть такие вот вкусняшки, мармеладки. Обвязала я бантиками в тон, беленькими и красненькими. И здесь еще прикрепила сердечко, тоже признание в любви. Очень такой, я считаю, что милый подарок. И своей подружке тоже можно признаться в любви. Ну а как без этого? Вот такие вот нежные розовые тоже мармеладки я тоже поместила в баночку, обвязала красивой ленточкой, сердечками. И здесь можно тоже написать любимой подруге или что-то в этом роде.
Также в Ашане сейчас продаются вот такие вот фарфоровые статуэтки различные. Вот я выбрала ангелочка с сердечком. Тоже как бы такое вот признание в любви. Ну и последнее, наверное, что я вам хотела показать. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге, я не знаю, как в других городах, в Москве уже, наверное, давненько, с 1 февраля вообще обещали, вышла коллекция от Пандора в честь Дня Святого Валентина. Различные шармы мне очень там понравились, кое-какие, не знаю, в общем-то, понравятся они, я думаю, что многим. И вот в таких вот красивых сумочках сейчас это все, так скажем, продается, с нежным розовым бантиком, и стало дополнением вот такое вот сердечко, в котором можно тоже признаться в любви. Вот такая вот обалденнейшая упаковка ко дню Святого Валентина. Это были все мои идеи, я надеюсь, вам они понравились, они, в принципе, недорогие и несложные, так что всех с наступающим Днем Святого Валентина, до новых встреч, скоро увидимся, всем пока!